Никого не пугать. Соответственно, стоит у нас здесь коробочка, в которую можно писать, так сказать, например, злостные высказывания, критику в адрес группы, так сказать, ура, ура. Чили людей, колонны, и мотивы кирпичные.
Фотограф, который делал нам фотосессию оформления вот, к альбому Джоконда. Я надеюсь, что все-таки он еще я надеюсь, что он напился сегодня пиво и танцует на столе все-таки. Следующая песня посвящается братьям нашим старшим. Зима.
ночью распугала заснувших птиц. Небо весело с ней хохочет, и она уже падает вниз. Растопить этот бьют, летится зима. Очень большое развернутое спасибо. Спасибо, Илюха! Посоветуйте, куда сходить. Хочу приехать в Питер. Ваши любимые места в скобочках. А, наверное, места у каждого разные. Макс, у тебя какое любимое место? Мой дом. У него дома все очень плохо, кстати, вы зря, лучше к нему не ходить. Вы слышали, что дома в Питере падают? Вот мой будет следующий. Нет, серьезно, это правда, потому что как раз вот альбом Джоконда, именно поэтому такой получился, потому что мы сидели, делали его, ну, практически половину работы у Макса дома. Одной ногой на крыше. У него мало того, что всего один рукомойник на кухне с одним краном, то есть там холодная вода, естественно, течет, то есть как бы у него ни ванны, ни душа, ничего нету. Плюс, значит, соответствующий сосед очень клевый такой, который как раз на сказке разговаривал за... Грифона, да, по-моему, говорит, да, за грифона. Мы его по-быстрому из комнаты выловили. Вот. И плюс к тому, у него еще в стенке вот такие вот, я вот не вру, серьезно, вот такой ширины щели в стене дома, в комнате. То есть у него расходится дом, стены просто падают, вот, балконы все уже попадали с улицы. Вот. И, то есть в этом доме, в общем-то, и вот мы сидели во все, а, еще у него пол прогибается, у него же подвал внизу, и такой запах. И вот в этом ништяке мы сидели, делали альбом, в общем. Поэтому он такой и получился, там, веселиться было некогда, в общем-то, особенно. Не знаю, очень хорошие места в Питере, например, есть на Васильевском острове очень красивое кладбище, суперское вообще. И серьезно, там очень здорово, там все гуляют, мамы с колясками, там клево. Такое общеизвестное место для прогулок. Станция метро Приморская, очень красивый выход из-за лифта. Вот, я даже не знаю, очень много мест красивых. Летний сад, по себе не найдешь ничего. Не слышно, я зима, не слышно, а с другим. Весла,
что-то пришло. Имейл. Это твоя коробка. Собак достать из кармана. А, по поводу покемонов. Как ты относишься к телепузикам? Никак их не относится. К теле не очень, а к пузикам хорошо. Что случилось с полигоном? Ну-ка, памятник полигону покажи. Вот это все, что от него осталось. Стасик, теперь у нас живой памятник клуба «Полигон». Нет, его закрыли не на совсем. Сейчас идет вроде бы разговор об его открытии снова. День рождения мы будем играть, видимо, в ЛДМ в Питере. Давно хотел продолжить строчки. А, видимо, уже. А что подразумевается в строчке «Я набью тебе листьями рот»? Она абсолютно буквально. То есть, вот именно это я и имел в виду. Также у нас сегодня присутствует дизайнер, который сделал все оформление, и как раз вот футболки, вот Джоконда Никита, как раз у нас сегодня в гостях. Ну вот. Песню мы для тебя исполнять что не будем. Ну должны же мы быть немножко сволочами. Ух ты. Без маразма нет оргазма. Я не согласен. Да. О, весьма. Когда и где юбилей? Ну вот в Питере будет в ЛДМ, а здесь, если не ошибаюсь, все-таки будет в точке. В январе. У нас официальный день рождения 11 января, и, соответственно, как бы, наверное, где-то около этого будут концерты. Ходишь ли ты на какие-нибудь концерты и на какие? Где-то я был недавно. На Лисе! Нет, я... Вот мне очень нравится ходить на Калинов мост, например. Мне очень нравится ходить на аукцион. И я был на совершенно суперском концерте в Питере. Есть такая молодая панковская группа «Декабрь». Обалденный парень вообще. То есть, сейчас я оторву 20 секунд от парней все-таки. Вот это просто вот это такая же ситуация. То есть вокалист группы «Декабрь», он пел, а между песнями, значит, вот так же, как я, он начинает разговаривать с публикой, что-то такое. Ну вот вы, девушка, там в красном платье, а вы хорошо танцуете, что-то разговаривает полминуты, а потом говорит, ну так вот, да. Там что такое, сволочь, вы когда начнете играть, я же не знаю, что говорить. То есть очень хороший парень, и действительно очень классно играет. Это для меня отличное открытие вот этого последнего полугодия, как бы. Для меня, я себе открыл эту группу. Все равно, если кто зеленый травой, обширно поле под слезой, у тебя
Yeah.
И там то же самое было. Это было классно. Сейчас фотку. Предложите новой широко неизвестной группе сняться в нескольких кадрах дебютного клипа. Откажешься или нет? А почему я должен отказываться? Ради бога. Чего это будет зависеть? От погоды? От расположения к музыкантам? Безусловно. Потому что смотря что вы поете, что играете. Да, конечно. Видишь, конечно. Так. Был ли ты в музее Маяковского? Нет, не был. Я Маяковского не люблю. Молодец! Ну, просто мне не нравится. Не то, что он плохой чувак. Козёл! Это привет. Привет. Из Екатеринбурга нам привет. Спасибо огромное, что вы приехали. А как ты относишься к другим группам Питера? Чижды, ДТС, Блин. Ну, как я отношусь? Вот вообще-то я к группам к этим не отношусь. Я ближе отношусь к группе Пилот. Ну, как бы хорошая группа, замечательная. С Сергеем Чебраковым я один раз попытался познакомиться, но неудачно. Ну, потому что он был не в кондиции. И смотрел на меня так, типа, что это, что это. Я поспешил уйти. Какой вопрос задаете чаще всего, которого нет желания отвечать? И на какие темы ты неохотно распространяешься в СМИ. Я очень не люблю, когда спрашивают, почему группа называется «Пилот», потому что я сам этого не знаю. И почему у меня кличка «Черт», потому что я тоже этого не очень помню. Приходится придумывать всякие глупости каждый раз. Юрик, это ты. Знает ли... О, песня «Сотычных миров» — это песня о переписи населения? Да, типа того, кстати. Мои глаза. Ага. Правильно. Так. По результатам. В Курске было очень замечательно. Рассказывать о своем безумном, безбашенном поступке я не буду, это будет очень долго. Ну, это такие, как бы, это личный вопрос, конечно. Вася, отец Василий, тоже здесь. Зря Василий сегодня до меня не доехал, я тебя ждал в гости. А как написал песню «Ворона» и куда поедешь отдыхать летом? Ага. Песню «Ворона» я не помню, как написал, я написал ее достаточно давно. Года, наверное, 4, если не больше. А летом я еще, давай доживем до понедельника. И еще лето. Взор города из тепловой мыши, что как обычно, лают с окна, пар собак, все тише, тише. Кошка, привет, шмельца, хитро, и дочь, когти, опрутья, где-то родные заборки. И шипение стали, как морки, где-то весна, и снова, и полна река. Я не знаю, как я.
Yeah.
самые глаза буду выбирать. Нет, привет передавать не буду. Вы, когда вы последний раз были дома? Неделю назад, по-моему, где-то так. Кого дома? Стас когда-нибудь выражает свои эмоции? Мужское, скупое, да. Ваш басист самый крутой чувак. Зачем ты носишь такой ужасный пиджак? У кого пиджак? А по-моему, очень клево. Марго! Что? Нет, это странно, конечно, написано, если Алиса предложит перепеть одну из их песен, ты согласишься, если ты какую. Я думаю, что, во-первых, Алиса не предложит мне перепеть их песню. Они сами неплохо с этим справляются. А если предложит, ты его? Во-первых, каждый не бывает, очень редко, когда бывает песня перепета лучше, чем в авторском исполнении. Во-вторых, я не возьму на себя такую ответственность петь Костиные песни, потому что он их поет явно лучше. Он же поет чужие песни. Вдруг бывает только и очень громко иногда. Так. Как тебе чего? Квартирник его очень хороший был в Нижнем Новгороде. В общем, всем, кто ездил туда, большое огромное спасибо. В общем, было весело. Господи. Что такое? Это надо научиться быстро читать первое. Если есть мысль устроить квартирник в провинциальном городе, что нужно делать? В каком составе группы сможете приехать? Группа на квартире не приезжает, да, приезжаю обычно либо я один, либо вот я с Максом вдвоем езжу. Если у кого-то есть желание, значит, какая-то мысль это дело устроить, устраивал мы это достаточно редко, потому что у нас нет на это времени, получается достаточно редко это все-таки. Можно обратиться вот к, у нас есть в Москве менеджер Катя, вот к ней можно обратиться по этому поводу. Я вспоминаю день и день, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что нам вышло, я сижу на крыше, пялюсь по сторонам. И наше солнце закатилось, камочки эти неспроста Нептуна. Спи, братишка, я не знаю, почему все такие. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все сильнее. Гоните лыжи, депресс снега, который мне сбивает крышу. Поля лужайки, цветы, грибочки. Очень быстро песни пишется моя. Вообще-то клёво, пол бутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот добавляет нарисованные пальцами картину. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все. Я под забором, хоккейной маски, пытаюсь вспомнить свое имя и автобус, который сделал тупой как глобус. И как закончили поэт Нирундаль. В общем, клёво, что я вышла, я сижу на крыше, пялюсь в паранойю. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста Нептун.
И Дик вдруг меня увидел на Невском, подбежал и заорал такой,
ха-ха-ха, и мой папа такой. То есть, а он очень быстро разговаривает и очень громко, при этом махает руками и ногами в разные стороны. То есть, нет, не папа, Дима. Вот. И я, кстати, думаю, что вот у нас сейчас выходит сборник, ну, авторов-исполнителей, да, вот, которые выиграли конкурс у нас, 18 человек будет на диске издаваться со своими песнями. В течение полутора-двух месяцев он уже выйдет в продаже, надеюсь. И там на обложке как раз будет Дик этот Аглоед, как бы там красавец. Да, мне нужно. Так вот это он делал штаны как раз. Это его фирменные вещи. Вот он как раз вот такие. Он одевает в банков всех в Питере вот именно такими штуками. И причем Дик это делает со своей мамой. Он открыл секрет. То есть у них домашнее такое. Это специально банковский кутюрье такой у нас в Питере. Кошка, твоя песня или нет? А чья же она, господи? Конечно. Так. Еще, я на это не клуб, а кладбище. Блин, вот третья записка человека, я не могу разобрать просто это самое. Почерк просто. Роме что-то там, Роме, скажи Роме, что он лучший гитарист в мире. Почему в песнях так часто убиваешь кого-нибудь или себя? Я не специально. Нет, конечно, не буду. Да. Невозможно быть живым, а люди живут.
может быть проще последнего рывка. Не важно где, даже не важно как, почти что стереть с лица следы недавнего плевка. Сказать ничего, разве это рак? Да что ты, вонючий гнильё наполнит как краёв. Колодец снов, мой колодец снов, слепые взгляды заброшенных домов. Этот день уже был когда-то чистой, теплой, красной.
сыграть песню «Королевство шлюх» на нашествии. Я очень хочу посмотреть на лица, так сказать, начальство и охраны, которые там будут. Главное, чтобы меня оттуда вывели как-нибудь осторожно потом. Возьмете кем-нибудь на работу? Ну, мы пока не можем платить, вот что все дело. Вопрос к Максу, пожалуйста. Читай. Тебе не нужна собака породы Миттельштаунер. А у меня пока есть собака, как бы она не моя, но когда я закончу играть концерты, ездить на гастроли, как бы и смогу за нее отвечать, я обязательно возьму. Пока никак. Ну а где запахнешь? Да. Песня. Зубы солнце и обратно домой, и говорит ему за закон. И говорит место, который берет. Ее в комнате всегда оттуда смешно, и улыбаются со стен смешные картины. И скажут доброе утро на Руси. И говорят привет, чужой мир. Известную, как музыкальное письмо нашему другу в Америку. Вот, да.
Так вот, как раз жена этого друга из Америки снималась в главной роли в клипе «Трамвайная». Вот она как раз с перышком уходит. Даже у нас там все... Ну, у нас Санкт-Петербург город маленький, поэтому деться некуда. Куда ни плюнешь, то ли знакомый, то ли родственник. То есть, поэтому так получается. Песня. Всем доехать домой.
счастьюшка ваша, купить бы человек в холодильник ложусь. Спасибо, Жан. Не какие-то такие фирменные бумажки, смотри, приходят, а? Почему группа говорит, что находится в дружеских отношениях с королем и шутом, а Горшок с большим сарказмом выражается Петр? А мне все равно, как Горшок выражается. Я к нему отношусь... Нет, во-первых, вы поймите меня правильно. Мне абсолютно все равно, что думает обо мне король и шут, потому что я к нему отношусь хорошо. Это моя позиция. Мне очень нравится Мишка, сам человек. Я знаю его около 10 лет, наверное. И знал его таким парнем, которому вот я видел, как ему принесли кассету с Sex Pistols. То есть, когда Миша сказал, для Миши это было открытие. То есть я присутствовал, как вот это видел. Поэтому я знаю этого парня, и он очень действительно хороший, несколько наивный и очень веселый чел, добрый, по крайней мере. Вот, поэтому я к ним отношусь хорошо, ко всей братьям королей шута. Но другой вопрос, то, что они о нас говорят, меня это абсолютно не колышет, мне все равно. Вот. Если они, то есть если нехорошо от нас отзываются, я рад. Если нехорошо, они имеют на это право, в общем-то. Вот и все. Как вам состав участников концерта «Пятница 13»? Я знаком только с группой «Король и Шут», поэтому не знаю. То есть, мне будет приятно с ними потуситься, например. А, «Небо здесь». Но я не знаю, что они делают новое. Я слышал, что «Небо здесь» собирается играть дальше на английском языке, и поэтому я не приветствую это. Все очень клево. Очень клево. Это можно? У нас говорят, что там плохо со временем, да, что-то такое, кто-то нам что-то говорит. Нет, что-то нам говорят, что две песни нам осталось отыграть, что-то такое. Я просто не...